Привет, Страж, канал Triple Vibe на связи, я Джонни Лейни, расскажу тебе сегодня, как получить новый экзотический дробовик, вернее, вернувшийся из первой части дробовик, компаньон. Ну, Чиперон, вспомнили? Теперь давайте посмотрим, как его получить. Для начала квеста вам нужно выбить специальный предмет «История семьи Холидей». Падает он, насколько я понимаю, рандомно. Мне он выпал за прохождение одной из сюжетных миссий. Так что, если кому-то тоже дропнулся, напишите в комментариях, где именно, чтобы было больше информации. Летим с этим предметом к команде Холидей. В диалоге она сообщает, что производитель оружия техмеханика стала спонсором боев в Горниле и пригласила нас присоединиться для того, чтобы восстановить дробовик своей матери Норы Холидей. На первом этапе квеста нас попросят сделать 20 убийств с любого дробовика в PvP. Довольно простое задание с учетом того, что вы и так наверняка сейчас ходите в горнило чаще именно с дробовичком. Делаем 20 киллов и тут же обновляем квест-айтем. Теперь нас просят убивать врагов с разного типа урона, с электрического, огненного и пустотного. Тут работает специальный принцип накопления очков, который будет знаком игрокам первой части, все по тому же квесту на Чиперон. Вам нужно довести полоску до 100%, вернее 3 полоски с тем условием, что за убийство она будет заполняться, а при вашей смерти прогресс будет убавляться, так что, проще говоря, играйте в как можно более высокий показатель КД. Убивайте больше, умирайте меньше. Прогресс начисляется довольно быстро, единственный совет – делать все по очереди. Сначала берите электрический подкласс и пушки, заполняйте шкалу, потом берите огненный и, соответственно, пустотный. Следующим шагом нас отправят в новый режим «Гамбит». Оттачивать свои PvP-навыки в новых условиях, так сказать. Необходимо будет убить 15 соперников, залетая на их территорию или встречая их при вторжении с чужой стороны. Если делаете эти забеги в гамбите в соло, то лучше будьте начеку, ваши тиммейты тоже непременно будут хотеть постоянно прыгать в портал, не давая вам возможности выполнить квест. Но после того, как 15 противников будет убито, возвращаемся в ангар команде и получаем долгожданную награду. Тот самый дробовик Чиперон, компаньон. Я его пока лишь выбил, затестить толком не успел, но первое впечатление позитивное. И как только побегаю с ним побольше, пойму что к чему, обязательно расскажу свои впечатления в обзоре этого экзотика на канале. А пока на этом все. Отвергнутые дают столько всего, о чем хочется рассказать, что глаза разбегаются и времени не хватает. Но я обязательно буду стараться радовать вас новой инфой и дальше, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До связи!